Вы смотрите новости, и мы продолжаем. 22 апреля в Петропавловске пройдет второй благотворительный субботник. На улицы и во дворы выйдут тысячи горожан. Приводить в порядок город будут школьники, студенты, госслужащие, предприниматели и даже пенсионеры. У них основной фронт работ во дворах. Тем временем молодежь продолжает облагораживать Петропавловск. В рамках экологической акции «Гульдене Бертуган-Ель» они каждую неделю проводят уборку городских парков и скверов. Где в этот раз трудились активисты, расскажет Жансулу Тастемирова. С раннего утра возле монумента Вечного огня трудится молодежь. Руководит процессом Аблайхан Кайролаев. Но молодой партиец не стоит сложа руки. В пример остальным с энтузиазмом приступает к работе. Не отстают от него другие студенты. Вместе собирают мусор и прошлогоднюю листву. Сегодня в рамках акции «Гульдене Бертуган-Ель» проходит наш второй субботник. Сегодня мы выбрали место, это монумент Вечного огня. Все мы знаем, что данное место является священным для нашего города. Молодежь всегда активно участвует в таких акциях. Поддержать экологическую акцию «Гульдене Бертуган-Ель» пришли студенты второго курса городского гуманитарно-технического колледжа. Всего 13 человек. Со своей задачей они справились быстро. Только вот у самого Вечного огня ребятам пришлось изрядно потрудиться. Вот так недобросовестные жители нашего города относятся к главному символу Великой Победы – Вечному огню. Представьте себе, это только малая часть того мусора, которую собрали активисты с данного участка. Пластиковые бутылки, окурки, фантики – чего тут только нет. Теперь священная достопримечательность города готова к празднованию Дня Победы. Мы живем в этом городе, наш город. Мы должны помогать, убирать, чтобы территория была чистая, чтобы самим было приятно проходить и смотреть, что как красиво у нас в городе. Мы молодые, здоровые, полны энергии и сил. И кому как не нам это делать. Инициативу «Жас-Отана» поддержало предприятие «Коммунхоз». Привезли рабочий инвентарь и вывозят собранный мусор. Молодые партийцы планируют облагородить другие скверы и парки Петропавловска, а также привлечь к экологической акции как можно больше единомышленников. Жансулу Тастемирова, Казбек Арыкбаев, новости МТРК.